Дорогие друзья, об этой трагедии сообщил нам известный российский телеведущий Андрей Малахов. Сейчас эта новость в российском шоу-бизнесе только набирает обороты. Этой ночью в Москве пропал без вести известный советско-российский актер кино Юрий Соломин. Соседи сообщают о том, что видели, как он ночью вышел из своей квартиры и пропал. Его до утра искали родственники. Звонили даже на его мобильный телефон, который оказался выключенным. Только в 7:15 утра пришло сообщение из 15-й городской больницы города Москвы. Медики сообщили о том, что рано утром к ним поступил актер России и Советского Союза Юрий Соломин. Что произошло с актером и где его обнаружили, пока никто не знает. Медики уже оказали ему медицинскую помощь, у актера серьезная травма головы. Следите за новостями, друзья, на нашем YouTube-канале. Каждое утро мы делаем для вас интересные выпуски.